Обменялись мнениями и наметили планы на будущее. В Самарской публичной библиотеке прошла международная конференция «Роль женщин в развитии современного общества. Новые векторы сотрудничества». Сегодня Союз женщин Самары отмечает юбилей – 10 лет. За эти 10 лет была проведена огромная работа по различным направлениям. Каким? И по социальным вопросам, и вопросам здравоохранения, образования, молодежной политики, по физическому культуру и спорту, потому что, конечно же, наши все женщины за здоровый образ жизни. В зале собрались представители Союза женщин Самары, Республик Беларусь и Башкортостан. Я слушаю доклады сегодня вот выступающих и, безусловно, не могу не отметить, что есть очень много общих тем и реализации инициатив, которые сегодня присутствуют как на территории нашей страны, в Беларуси, так и в Российской Федерации. Даже если вам кажется, что вы ничего особенного не можете внести вот в развитие этой организации, поверьте, это только первый взгляд. Работа, домашние дела, спортзал, маникюр и вечерняя проверка уроков. С началом специальной военной операции ежедневных задач женщин стало еще больше. Они сделались невидимой, но необходимой опорой для своих мужчин. Здесь началась работа именно по оказанию социальной, духовной, наверное, политической помощи нашим и бойцам прежде всего, их семьям. Также всем участникам предложили попробовать арт-терапию. Это способ избавиться от лишних переживаний при помощи занятий изобразительным искусством. Мастер-класс по рисованию натюрморта провела кандидат педагогических наук Елена Прыскина. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.